Все проекты, номинированные на премию «Хрустальный компас» – это уникальные инициативы и воплощенные в жизнь идеи. Событие объединило сотню увлеченных людей из разных уголков России и мира, представителей науки, культуры, путешественников, государственных и политических деятелей. Задача же организаторов, а это Русское географическое общество, найти лучшие современные проекты, направленные на сохранение природного и историко-культурного наследия страны и показать ориентиры для развития государства. Задача премии «Хрустальный компас», чтобы, скажем так, стрелка «Хрустального компаса» показала на все лучшее, что сегодня есть в нашей стране, в мире, в области как бы географии, экологии. У нас, к примеру, есть разработка концерна «Росэнергоатом» по созданию первой в мире плавучей электростанции. В этом году она уже станет обеспечать бесперебойным питанием практически весь север Российской Федерации, обеспечивать весь северный морской путь. Престижная награда нашла своих обладателей по всем 11 номинациям. В 10 из них победители определили члены экспертного совета, и только в одной, самой масштабной, признании общественности, победа присуждалась по результатам народного голосования. И здесь «Хрустальный компас» достался проекту Краснодарского края «Золотое кольцо Боспорского царства». За этот туристический маршрут свои голоса отдали более 20 тысяч человек. Он позиционирует Россию на международной арене как один из уникальных центров античной цивилизации. Сегодня проект продолжает развиваться, в том числе расширяя географию маршрута. Включено два города в проект новых. Это город-курорт Сочи, где мы сегодня с вами находимся, и Таганрог Ростовской области. Кроме этого, запускается проект внутри проекта «От Боспора к Византии», являясь историческим и логическим продолжением. Это развалины византийских храмов и современные православные храмы на территории Крымского полуострова и города-курорта Сочи. Также запускается линейка маршрутов «Винные дороги Боспорского царства». Также победителем географического «Оскара» стал проект «Русские дороги Аляски». А в номинации «Путешествие и экспедиция» «Хрустального компаса» удостоилось объединенное стратегическое командование «Северный флот» за проведение экспедиции на архипелаге «Новая Земля». Инга Габеша, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ».